Находимся в агентстве «Персона», в имидж-агентстве, и с нами молдавская группа «Бриусанорос». Правильно? Здравствуйте, ребята. Сегодня вас будут изменять как-то ваш имидж. Вы готовы к чему-то кардинальному? Ну, кто-то готов, а кто-то не очень. Но мы ждем этого преображения, так скажем. Уже давно, уже 3 или 4 месяца, и мечтаем, что нас преобразили. Вообще советовались, не знаю, там режиссер главный, что будет менять? Нет, сказали, что глаза вяжут. Глаза я просто буду преображать, да. Так, главный вопрос. Готовы к тому, чтобы сбрить бороды? Нет. Подправить можно, но побрить, сбрить совсем не надо. Итак, знакомьтесь, топ-стилист имидж-агентства «Персона» Елена Баль, правильно? Леночка, привет. Скажи, пожалуйста, что нам ожидать от преображения ребят? Как это будет? Кто это решает вообще? Начнем с того. Решаем, честно сказать, не мы. Решает режиссер, главный режиссер. Как он это представляет? И вот мальчишек он представляет мальчишками, бруталами, такими мачо. Что требуется для правильного создания образа для мужчины от Ольги Савельевой. Можно корректировать брови, если они растут излишне густо. Да? Мы убираем
зону на переносице, мы открываем глаза, открываем веки. И тогда взгляд более яркий. Но здесь, наверное, мы будем доводить до трехдневной щетины. И дальше... Как грустно стало. В глазах тоска. Трехдневная щетина – это очень гордо, 2 миллиметра. Грустно? Нет, не очень так. Я хочу маленькую бороду. Встречались с дизайнером, который вас одевал. Что можете сказать об этом? Вкусы совпадают, это самое главное, потому что да, мы не знали, будут совпадать ли вкусы, но... I need to know now, know now, can you love me again?